Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой сегодня в гостях, и тут небольшой коллектив собрался. Я пару дней там не вешал новых видео, но просто мы тут забегались, у нас две годовщины. Одна годовщина – это 40 лет, как мы вместе со Светланой, и 25 лет, как мы в Соединенных Штатах. Все это пришлось на 22 ноября, как раз сегодня. Вот салатик, минуточку, хозяйка салатика, да. Пару слов, что называется там? Называется салат из хурмы. Из хурмы? Да, входит листья зеленые, микс разные. Смешанные разные листья. Так. Листья входят, значит, входят орехи грецкие, входит хурма порезанная. А гранаты? Вот гранаты, зерна гранаты. Они не будут потом это на зубах-то? Но это вы должны уже сами как бы... Понимаю. Да, как-то организовывать себя, чтобы зубы не сломать. И соус. В соус входит оливковое масло. Домашний, самодельный соус. Да, самодельный соус. Оливковое масло, цедра лимона, лимонный сок, апельсиновый сок, соль и перец. Друзья, вы видите, что тут за этим всем стоит. А вот замечательные пирожки. Пирожки сами делали или? Да, я сейчас сама их сделала, они свеженькие. А с чем они? С творогом и зеленым луком. Потрясающе. Они солененькие, так, пирожки. Они не сладкие. Как теперь, хачапури. Это вот какие-то сыры я вижу тут. Это сыры со всего мира. Это, вот друзья, то, что сейчас называется как санкционка. Вот. Да. Это санкционка. Значит, что за сыры? Значит, этот сыр с трюфелями. Так. Из Франции. С грибочками. Да, этот сыр, это известный сыр в Италии, итальянский. А это грюйер, это самый лучший сыр из Швейцарии. Да вы что? А это... Мармелад какой-то. Это мармелад из, как называются эти... Квинс. Квинс по-английски, а по-русски как? Айва. Это айвовый джем, он идет очень хорошо с сыром. Ну, а с чем это надо подпевать? С чем это? Это хорошо на мой вкус с красным вином. На мой вкус это хорошо идет с красным вином. Это итальянское вино, Кьянти, классико. Но мы знаем, что наша юбилярша Света сегодня, она очень любит каберне савиньон. Так что мы откроем бутылочку. А что сырок это для чего тут? Этот сыр участвует в салате, я забыла про него сказать. Так, вот тут очень интересные хрумтяшные такие. Это крекеры к сыру, крекеры. К салату, к чему хотите. Крекеры. Да. Да, ну что же, вот значит пока что мы на этом остановимся. Те, кто проголодался, друзья, или те, кто не подкрепился заранее, значит, вы там подкрепляетесь, а мы делаем в этом месте перерыв. Миша. Вот, друзья, вот из духовочки выходят шримпы. Они же креветки, да? Да. По-простому. Да. С чем они? Какие они? Они коконатовая стружка. Коконат – это кокосовый орех. Значит, и пахнет. Этим самым кокосовым орехом, друзья, пахнет, я вам точно говорю, я могу унюхать вот это все. Это, в общем, как бы сказать, ощущение такое, что мы можем тут объесться. Ну, у вас осталось. Ну, вот еще тут обычное такое простое блюдо, это копченая курка. Вот. Ну, это на любителя. Я обычно не нервничаю. Да? Я никогда раньше не ела. А с чем хорошо курку-то? С чем? Салатом. Да. Хорошо. Решили погреть ее. Давайте погреть. Светочка, в день 40-й годовщины совместной жизни многие ребята, которые смотрят нас сегодня, они и не жили-то еще столько. Ну вот, что скажешь ты? Я скажу, так хорошо выглядишь. Да, дай бог всем здоровья. Все хорошо. То есть нормально все? Нормально все, я тебя люблю, и мы будем еще столько жить. Ну не жалеешь вот? Нет, не жалею. Потому что ты меня выбрала, и с тех пор вот несешь этот нелегкий крест. Несу нежно, можно сказать, вот так вот ручка. Нелегкий крест. Да. Ну ладно. Друзья, я тоже не могу уклоняться от появления на экране в такой торжественный день. Нас дочь поздравила, и мы ее тоже поздравили. Говорю, вот ты, деточка, тоже 25 лет, уже в Америке живешь. Хотя я хочу сказать, что то, что мы 40 лет вместе, тоже повлияло на нашу дочь. Даже на сам факт ее появления. Вот. Так что у нас завязано много праздников. И думаю, что бы я делал-то без Светы все эти 40 лет, даже не знаю. С трудом себе представляю. Но с другой стороны, а чего же... Как бы все в прошлом. Как это в прошлом? 40 лет. Все в настоящем. 40 лет в прошлом,
А все в настоящем. Сегодня в настоящем, а еще там 40 лет в будущем. Да. Поэтому мы так вот на этом и говорим всем привет. Привет. Отмечая юбилей, друзья, нужно иногда пройтись, чтобы здоровью не повредить теми предметами, которыми отмечают, там, в частности, продуктами питания. Вот тут справа вы, наверное, не очень видите, но там, плавают такие, там, не знаю, видно вам или нет, тюлени так стайкой идут, птички летают. Это не тюлени, это дельфины. Дельфины. А что бы я так жил? Дельфины. Вот, Света, дельфины приплыли поздравить нас с юбилеем. Да. Не каждый день. Ну вот, вот такое небо красивое. И луна одновременно. Посмотри, как небо с ними, посмотри, какое небо. Небо замечательное, луна. Вот вы видите, я надеюсь, там луну. Вот посмотри, вот там картины, ты видишь? Так, это город Аптос, мы находимся в городе Аптос. Это такое курортное местечко возле Санта-Крус. Очень живописное. Мы здесь с вами бывали. Вот я вам сейчас покажу. Там такой мостик, и вот затонувшее судно, оно бетонное. Мы к нему как-то ходили. Вот во время Первой мировой войны построили там 20 бетонных судов. И вот одно из них. Друзья, мы видим такой как бы велосипедик, но на самом деле там батареечка. Вот видите, у него там, где шортики беленькие, вот там батареечка. Значит, 20 миль в час движется, хватает ее на 20 миль. И вот мы спросили, удобнее ли это водить, но он говорит, так она же электрическая. But you still have pedals here, you can pedal. Ага. Okay. Да, то есть можно педалями тоже. И она ездит по песку на пляже. You can ride on sand? Yes. Wow. Окей, по песку, говорит, можно. Нифига. Вообще странно даже, да. Закат. Я, к сожалению, друзья, не могу приблизить или что-то сделать. У меня камера GoPro. Так, возможности мои по приближению ограничены. Друзья, вы знаете, что покушав и погуляв, люди переходят к сладкому. И если вы думаете, что этот торт самодельный, то это не так, нет? Не так, нет? Нет. Это торт из магазина. Ну, сами видите, я не буду комментировать. Тортик хороший. Из какого магазина? Из какого магазина? С FN. Вот. А вот тут, мимо фруктов, мы идем. Тут вот еще тортик, вот этот тортик. Сметанник. Да ты что? Да. Ну, в общем, я пробовал очень-очень вкусный тортик. Очень. Вот. Ну, если кто сладкое кушает, конечно. Этот мой любимый, вот, кстати. А вот это, ну, просто конфетки. Знаете, они чисто декоративные. Потому что, когда столько тортов вокруг, кто будет конфетку? Но, в принципе, они есть. Хочу показать вот эти конфетки. Да, так, их так. Из Японии привезли, нас угостили. Как они? Внутри такая типа как куки, и наверх в шоколаде. Приятно. Приятно. Ну, в общем, друзья. Не могу сказать, что the best cookie и конфета, да. Но неважно. В общем, мы продолжаем торжествовать, в смысле отмечать торжество наше. Нам дали собой.